Программное обеспечение «Лига Патриот» разработано с целью поднятия патриотического духа подрастающего поколения, соответствует всем нормам в ГОС и подходит для любого мультимедийного оборудования «Лига». Главное меню отображает 9 основных блоков, которые комплексно погружают ребенка в историю России и прививают осознанную любовь к родине, народу и его традициям. Рекламный блок в правой части экрана включает в себя фотографии знаменитых исторических мест Российской Федерации. Также для удобства есть панель с датой, временем и погодой. Раздел «Герб, гимн, флаг» знакомит с историей происхождения символики страны и местами использования. Взаимодействие с ребенком происходит через все каналы восприятия. Можно не только прочитать гимн, но и услышать его исполнение, разглядеть флаг Российской Федерации, герб и прочее. Следующий раздел посвящен важнейшим событиям истории, которые выстроены в хронологическом порядке и дополнены портретами и цитатами великих правителей страны. Таким образом, ребенок лучше запоминает увиденную информацию. Нет ничего важнее, чем безопасность страны и ее граждан. Именно поэтому третий и четвертый разделы собрали в себя подробную информацию о военной подготовке и гражданской защите, правила поведения в случае ГО и ЧС, способы физического развития, рекомендуемые для посещения секции, нормативы для сдачи в соответствии с возрастом. Познакомить ребенка с территорией страны и значимыми датами помогут интерактивные разделы «Праздники» и «Карта России». В календаре праздников при нажатии на каждый из них появляется информация о происхождении и значении, а на карте страны можно узнать информацию о каждом из отмеченных городов. Раздел «Президент России» повествует о правителе нашей страны, его биографии, деятельности на пути становления президентом и указах. Для закрепления материала в игровой форме ребенок может просмотреть мультипликационные фильмы, созданные при поддержке Министерства образования РФ, а также сыграть в викторину и проверить свои знания. Программное обеспечение «Лига» включено в единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных. Производственная группа «Лига».